25 лет подряд по инициативе ООН во всем мире отмечается Всемирный день водных ресурсов. И уже 10 лет подряд Саратовская ГЭС проводит соревнования, которые приурочены к этой дате. У юных балаковских пловцов-подводников разгар соревновательного сезона. Именно сейчас им нужно отточить свои навыки, чтобы при выходе на открытую воду чувствовать себя уверенно. Даже те, кто начал заниматься плаванием совсем недавно, после нескольких стартов этого сезона, знают, как готовиться к заплывам настоящие спортсмены. Это как бы мышцы, по мышцам бьешь, и как бы, ну не то, чтобы быстрее плыть, как-то ноги не будут так сильно уставать, когда плывешь. День воды, можно сказать, профессиональный праздник всех спортсменов, которые не представляют свою жизнь вне этой стихии. На этот раз для участия в соревнованиях, организованных Саратовской ГЭС, в заплыв вышли около 120 пловцов. Соревнования, то обязательно должны быть победители. Если есть победители, обязательно должны быть и призы. Призы не очень дорогие, но мы постарались сделать нужные. Это шапочки для плавания, это бутылочки для воды, это рюкзачки, в которые можно сложить там свои принадлежности при необходимости.